Взлетно-посадочная полоса в Ахинском аэропорту практически исчерпала свой ресурс. Строительство новой стартовало 1 июня. Работы ведет акционерное общество «Труд» – иркутское предприятие с 30-летним опытом работы. Проект рассчитан на 3 года. Вот в эксплуатацию в 2021 году. Сейчас ведутся земляные работы, планировка поверхности, перемещение земляных масс, переустройство забора, переустройство коммуникаций. В этом году планируется выполнить полностью перераспределение всех земляных масс в объеме 700 тысяч кубов. Планируем завести на объект 2500 плит-бак, общее количество 8300 штук. Со следующего года уже приступим к устройству взлетно-посадочной полосы. Крупный строительный объект в Ахе посетил в Рио губернатора Валерий Лимаренко во время рабочей поездки в городской округ. Реконструкция аэропорта находится под пристальным контролем. Цена проекта – более 3 миллиардов рублей. Провели конкурс, выбрали компанию, которая будет на стороне заказчика выполнять техническую функцию, технический заказчик. Собрать совещание Оланцева Сергея Петровича. Хорошо. Да, и проверить, как выстроена система работы. Раз в неделю по пятницам представлять доклад Оланцеву в рамках планерки по капитальному строительству. Действующая взлетная полоса была построена в 1975 году. Очень качественно и казалось на века, но землетрясение 1995 года повредило внешнее покрытие и разрушило систему дренажа. Поддерживающие ремонты шли периодически, нужен был капитальный, но по оценкам экспертов он обошелся бы дороже, чем строительство новой взлетки. Существующая полоса уже по большому счету начала угрожать безопасности полетов, потому что она отработала свой календарный срок, и она под ней не соответствовала тем воздушным судам, которые на сегодня осуществляют полеты. Поэтому было принято решение администрации области, акционерного общества о необходимости строительства. Было подобрано достаточно профессиональная компания для проектирования, это Ленаропроект, выполнили проект, проект выполнен в качестве, прошел все экспертизы, организация имеет большой опыт строительства взлетно-посадочных полос в северных регионах. Новая полоса будет длиннее на 300 метров. Это даст возможность приземляться воздушным судам с большим количеством пассажиров.